В Латвии не так много хороших игроков. Есть еще один Адекири, помимо меня, который брал челленджер, что он не разговаривает на русском языке, а я разговариваю. То есть у меня есть преимущество, коммуникация — это превыше всего. Да, была одна ситуация, я по приезду в Россию на таможне немного не понял, какие мне бумаги выдают. Так получилось, что я выкинул свою миграционную карту. 3 дня или 4 вместо тренировок просто ездил по всей Москве, вроде раза 4 ее объехал в поисках этой миграционной карты. И в конце концов, после того, как у меня сняли все отпечатки пальцев, наконец-то получил эту миграционную карту. Как вы помните, Маркер рассказывал немного про нашу команду и про буткемп в общем. Буткемп — это вообще такая штука, я считаю, что она нужна в том случае, когда вашей команде немного, не хватает немного, чтобы стать топовыми. То есть вы сначала нарабатываете базовый уровень в тимранкедах и в скримах, а если вам действительно не хватает чуть-чуть, вы едете на буткемп, общаетесь друг с другом и развиваете коммуникацию. В нашей команде сейчас небольшие проблемы, как многие могли заметить, но это на самом деле недоразумение. 100% будут какие-то изменения, все их увидят, надеюсь, это приведет к чему-то лучшему. Риот и так переделали Лигу Легенд, что в соло нельзя керить. Ну, можно, но это крайне сложно. Ты очень сильно зависишь от команды, то есть если она ничего не делает, то ты не выиграешь игру.